Около 7,5 сотен детей этим летом отдыхали на пришкольных площадках. Они были открыты на базе 11 организаций образования. 15 лагерных дней позади, сезон завершается. Детская площадка 15-й школы «Маленькая страна» распахнула свои двери в начале июня, стала одной из самых массовых этим летом. Желающих зарядиться бодростью и хорошим настроением становится все больше. Младших школьников объединили в несколько отрядов. Каждый день новая программа. Мы набрали 5 отрядов, каждый по возрасту сделали, чтобы они были одного возраста. И утром они приходят, и у них организован завтрак, обед и ужин. Утром они идут на разные мероприятия. Конный клуб, скалолазание вот у нас было, на музей, на краеведческий, там и квесты, и мастер-классы, выставки. Потом еще у нас были спасательная служба местная, вот у нас тут дети рисовали и заняли места. Привлекают и старшеклассников. 14-летняя Анастасия работает в своей школе по программе летней занятости. Не первый год такая действует на базе Бендерского центра социального страхования и соцзащиты. И это большая помощь педагогам. На площадке я работаю как вожатая. Помогаю в проведении разминки по утрам детям. Также помогаю в каких-то общих занятиях для детей. Мне это очень нравится. Прям оживаю будто бы. И в следующем году, конечно же, я бы хотела опять работать с вожатой. Экскурсии, знакомства с историей и культурой края, игры и конкурсы. После такой активности нужно хорошо подкрепиться. В школьной столовой завтрак, обед и полдник. Аппетит у детей отменный, говорят повара и педагоги. Съедают все – от манной каши до мороженого. Полезные блюда тоже нравятся, говорят дети. Морковка, картошка, пюре и свекла. Я посещаю площадку не первый раз. Мне тут очень нравится. Столовые кормят очень вкусно. На обед дают клубнику или разные овощи. Мне очень нравится на летней площадке. Мы ходим каждый день на разные экскурсии. Нам проводят квесты. Мы ходим в театр, в кинотеатр. Мы даже катались на лошадях. Мне очень нравится. В столовой нас вкусно кормят. Мне нравится на завтрак кушать манную кашу. Секрет такой полезной и вкусной еды – опыт и трудолюбие поваров. Недавно здесь появилось и новое оборудование. В рамках программы модернизации пищеблоков в 15-й школе заменили сразу несколько агрегатов. Этот новый пароконвектомат теперь один из главных помощников поваров. В нем мы выпекаем булочные изделия, ватрушки, булочки с корицей, с творогом, с картофелем и запекаем мясные блюда. На чистку картошки раньше собирались всей столовой. Каждый день тратили на это около 4 часов. Теперь это делает картофелечистка. Всего за 40 минут. В разы сэкономили время и с овощерезкой. А на новой плите теперь можно разместить несколько кастрюль одновременно. На месте этой плиты была другая плита, у которой были узкие конфорки, и на нее не встают кастрюли 2 50-ки. Поэтому было сложно. У нас, когда полный рабочий день, вот когда мы уже кормим 300 чем-то детей, то у нас кастрюли не помещаются, нам не хватает плит, конфорок. А сейчас уже поменяли, и все хорошо. Большой дружной командой в уютные спальни школьные парты временно сменили на раскладушки. Восстановить силы помогает полуденный сон. После крутого интерактива и вкусного обеда он полезен и крепок вдвойне.